Рыба – обязательный продукт в рационе человека, который заботится о своем здоровье. В центральных регионах страны дефицит йода – серьезная проблема. Но если добавить в рацион морскую рыбу и употреблять ее регулярно, можно избежать связанных с йододефицитом проблем со здоровьем. Это здоровая щитовидка, хороший иммунитет и отсутствие проблем с памятью. К тому же весна – время авитаминоза, позади продолжительный холодный период. И каждому организму требуется поддержка – витаминами, жирными кислотами, микроэлементами. В большом количестве необходимые вещества содержатся в морской рыбе. Это кладезь пользы, да еще и с невероятными вкусовыми качествами. Пришла за икрой. Как только появилась вот эта вот лавочка, вот эта, так я только сюда хожу. В баночках уже не покупаю. Много аминокислот и белков. А белок – это жизнь. Способ существования белковых тел. Жизнь это есть такое. При этом среди всех прочих рязанцы предпочитают рыбу именно с выставки продажи «Икра и рыба камчатская». И с нетерпением ждут каждого приезда. Ведь у продукции, представленной здесь, масса преимуществ. Это гарантированная свежесть. Рыбу везут особым способом. Она не поддается заморозке. Поэтому к вашему столу поступит продукт прямо с Дальнего Востока. Способ приготовления рыбки тоже оценили жители города. Холодного и горячего копчения с невероятными ароматами ольхи, яблони и груши, на ветках которых коптят рыбку. А также слабосоленая. Не первый. Чем нравится? Ну, во-первых, оно по соленому нормально. Вот. А это чевычи, это ну, бутербродики. Во-первых, слабосоленая, а во-вторых, это, как оно сказать, ну, в общем-то, по нашим зубам, соответственно. Вот, и такая, ну, вкусная. Ну, я только одну беру, чевычу. Нравится мне, икра нравится, рыба нравится. Второй раз. Понравилось, да? Вот белорыбица очень нравится, да, белорыбица, хорошая рыба. Так, всю вроде перепробовали, как-то брали, но вот супруге больше нравится белорыбица. Вкусовые предпочтения у рязанцев разные. Кому-то нравится белорыбица, кому-то чевыча, кто-то предпочитает икру. Но каждый находит на выставке продажи икра и рыба камчатская продукт, за которым хочется возвращаться. До 1 апреля включительно возле торгового центра «Премьер» выставка продажа икра и рыба камчатская. Возле главного входа самые вкусные и свежие морепродукты для вашего здоровья и радости.